Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство CMF Watch Pro 2. И сейчас я покажу вам, как добавить будильник. Итак, нажимаем на колесико и ищем здесь будильник. Выбираем сигналы, нажимаем «Добавить сигнал». И далее выбираем время. Часы и минуты. Нажимаем на галочку. Также можем выбрать дни и нажимаем на галочку. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.